А у нас сегодня была контрольная закупка в Магните. И знаете, что мы там нашли? А вот что! Сегодня у нас скрепыши, сегодня у нас миньоны и сегодня у нас Чипикао. Все в одном видео. Жми лайк быстрее. Если не поставишь лайк, то ты редиска. Дорогой, у нас будут... Спанч Боб! Спанч Боб у нас будет, дорогой! Гэри, Гэри, я хочу... Еще у нас будут миньоны! А еще у нас будет, дорогой, у нас будут скрепыши. И вот они, скрепыши снова в Магните. Следующая акция, миньоны, видите, уже мерч по миньонам привозят в Магнит. Так что обязательно жмите колокольчик, будем делать конкурсы на миньонов, будем их разыгрывать, раздавать подписчикам. Все как обычно, все как вы любите. Так, у меня тут еще миньоны, и скрепышей просто целая куча. Спасибо Валюше, подписывайтесь на канал Валюша Мила, это канал моей жены. Всем привет. Да, и Спанч Боб здесь, Валюша. Валюша пошла в Магнит, увидела их и такая, о, надо подумала, купить. Что мне показалось. Да, она подумала, что ей показалось. И смотрите, здесь сырки. То есть это не просто скрепыши, это сырки. Раньше скрепышей можно было просто купить, да? Было такое, что-то их можно было покупать, по-моему. И с Алиэкспресс их заказывают, и на Авито, и где их только не продают. Так, ладно, скрепышей мы убираем. Нашла? Опаньки. Да нет, мы давайте будем открывать. Короче, вот. Как вы думаете, что круче? Скрепыши, Спанч Боб Чипикао? Или же миньоны. Вот, миньоны уже через сколько-то дней будет. Как только они выйдут, я сразу же сниму обзор на канале Закупыч, сделаю конкурс. Вот, и это мерч первый, который появился в Магните. Эти, Гравитация. Миньоны Гравитация, это новый фильм, должен был выйти в 2020 году, но его перенесли на 2021 год. А акции, контракты-то подписаны, и они будут выходить. Я считаю, что мы крутые, вот. Да, вот, мы тянем, самые, тянем. Мы самые крутые. А как тут? А, вот так. Самый лучший канал Закупыч. Вот, и... Поэтому я еще думаю Лего себе купить миньоны. Как вы думаете, купить Лего миньоны? Смотрите, здесь маленький Грю. Это уже Гравитация, получается, это будет показано прошлое Грю. Типа, когда он был еще молодой, с волосами, видите? Типа, когда он познакомился с миньонами, он что-то бьет миньона. Возможно, раньше они были друзья. Смотрите, здесь миньоны нарисовали что-то. Миньоне Гравитация. Школьник, письменные принадлежности для детей. Угу. Как вам трейлер? Трейлер-то уже есть. Это просто блокнотик вот такой. А Валь, сколько стоило, не помнишь? Что? Вот эти миньоны. Миньон 52 рубля. 52 рубля вот такой стоит блокнотик. Здесь миньон есть банан. Банана! Ой, как же я соскучился по банане. Ой, здесь смотрите, какие они классные. Они ударились этими. Смотри. Видите, он ударился мунчаками себе по голове. Здесь он пытается бананом накормить кого-то. А этот типа, вы что делаете у меня в волосах? А ну-ка пошли, сейчас будет метелка их выгонять. Так, вообще супер. И, кстати, там мало всего. Да, мало всего? Угу. Вот, теперь, так, блокнот я вам показал, давайте откроем же первую упаковку скрепышей. Ванильные в карамельной глазури, скрепыши внутри коробки. И тут разные скрепыши нарисованы. Там ну, какие я думаю, юбилейного там не может быть, это по-любому, потому что юбилейное это было именно по акции. Ой, а мне нужен ножик. Я не хочу рвать коробки, потому что, знаете, их можно использовать как коробочки для скрепыши 2. Скрепыши 2, когда будут, а они будут. Складывать. Говорят, что они совсем скоро будут. В этом году говорят, что будут скрепыши 2. Типа будут миньоны, потом скрепыши 2. Мы их открываем. О! Не понял. Смотрите-ка, эти сырки похожи на скрепышей. Сырок ванильный в карамельной глазури. Смотрите, они как пакеты скрепышей сделаны. Их тут можно даже перепутать. Все, коробочку я это оставляю, я сюда положу свои скрепышей. У меня есть коллекция скрепышей. Там, по-моему, у меня не хватает только двух штук. Всей коллекции собрать не смог. Ну и разумеется, смотрите, они бывают какие. То есть бывают красненькие, бывают вот такие оранжевые и бывают фиолетовые. О, вот какие они. И, разумеется, давайте попробуем. Дегустация, да? Я предлагаю всем взять. Давайте, берите. Милана, Валюша, давайте, дегустация. О, вы видите, смотрите, здесь вот. Типа специально. А, типа надорвать? О, у меня они карамельные. Угу. Вот такая начинка. Ну такие, знаете, обычные сырки. Нет, Александровские вкуснее. Александровские лучше будут. Они все одинаковые. Они сколько стоили? 79, ну 80 рублей. 79. На 80 рублей пачка. Ну, лучше Александровские купить. Видите, ну, какие они маленькие. Если вы охотитесь за скрепышами, конечно. Ну, я думаю, легче на Алиэкспресс купить. Так, сейчас я прожую. У нас скрепыш. Просто скрепыш. Ой, а что это он запаян? Смотрите. Что это? Может быть, тебе достался какой-то
Почему он запал? А, смотрите. Бракованный скрипыш, он, походу, вот здесь остался, и машина его запаяла, видите? И это мерзлыш. Кстати, он был очень редким. Я его только в конце акции смог себе получить. Так что это редкий скрипыш. Так, теперь давайте откроем Чипикау, железную фишку. О, Милан, принеси Чипикау, железную фишку, которую мы открыли. Мы когда позавчера купили Чипикау с буквой Б, одну я нашел в пятерочке, мы ее открыли, и там выпала железная новая мою в коллекцию. Скоро, если вы хотите продолжение про Спанч Боба, я покажу вам всю коллекцию. У меня их много. Я не снимаю видео постоянно, то есть я иногда открываю их без видео. Так, и тут металлическая... О, Спанч Боб нам выпал, смотрите. А в прошлый раз нам выпала металлическая фишка, вот эти, как его зовут? Планктон. Планктон и Спанч Боб. О, это новинки, у нас таких не было. Спанч Боб, номер какой у него? Ну, почему-то не написано. 91, вот, это первая фишка из железных. 91. То есть до 90 идут обычные фишки, потом 91 железный и до 100. 100 последняя. Вот, первая фишка у нас Спанч Боб. Вау. Так, и это Миланя. На, Милан, ты хотела скушать. Так, теперь у нас на очереди скрепыши, дорогой. Антонио, дорогой, купи скрепышей. Ой, смотрите, а я даже не заметил. Здесь коробка с замочком. То есть ее можно будет закрывать, чтобы хранить скрепышей. Вообще четко. Кто это делает, на канале Бейзон вышло это, Бейзон обзоры игрушек, он делал типа там распаковку и рассказывал, какие там, где эти скрепыши делаются, я не буду на это внимание заострять. Так, опять же здесь, о, смотрите, цвет необычный, таких, по-моему, пакетиков раньше не было, и зеленые выпали. Было прикольно, если бы тут был рандомный вкус, то есть, например, зеленый там с яблоком, там фиолетовый, я не знаю, с черникой, с малиной. Вот тогда бы было бы да. Вот я советую так им и сделать. Рандомные эти. И теперь скрипыш. Скрипыш. Номеров тут никаких нету. Опять мерзлыш. Они что, все мерзлыши, что ли, там? Нет. Мне опять не везет. Я что-то тогда снимал акцию, мне только постоянно повторки выпадали. Что теперь? То же самое. Так, ладно, надеюсь, Спанч Бобом повезет хотя бы. Хотя бы тут повторок не будет. Открываем Спанч Бобиуса. И где-то... О, это не... Это последняя, друзья! У меня теперь есть первая и последняя фишка. Смотрите, здесь Спанч Боб и все его друзья. Патрик, Сквидвард, Сэнди, Спанч Боб, номер 100. Заключающая фишка серии. Все, я обещаю вам, что я скоро... Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. Мы распечатаем альбом с сайта. Там на сайте, если зайти, можно распечатать альбом и типа со всю коллекцию разложить. И мы сделаем альбом для них. О, значит, и вклеим их. Рука, да? Да, Валюш, ты вообще просто... Вообще, целую твои мысли. Теперь у нас остается две упаковочки скрипышей. Слушай, а ты всех собрал? Да нет, у меня же двух не хватает. Юбилейного и еще какого-то не хватает мне. Открываем. Чик. Так, коробочки складываем. И смотрим, какой же скрипыш нам выпадет в этот раз. Надеюсь. Давайте, не пуха. Пожалуйста, не потухай. Пожалуйста, не мерзлыш. Мерзлыш, потому что надоел. Его же можно прощупать. Это что-то маленькое. Ой, его можно лопнуть. Что-то маленькое внутри. О, это злодеиш. Это бесеныш. Злодеич или как. Ну, короче, злой скрипыш. Вот видите, какой. О, по-моему, там одни и те же внутри, там их ограниченная серия, то есть там они не так рандомно. И на одну пачку было бы 6 сырков, 6 скрипышей. Вот тогда было бы четко. А так, получается, сколько тут сырков в пачке? 6 и один скрипыш, ну что-то как-то не весело. Так, пачечки сохраняю. У меня много скрипышей, я их разложу по пачкам теперь. О, вот он пакетик, опять же красный. Постоянно красные, то есть они не заморачивались с пакетами, пакеты везде красные. И И вот что нам сегодня выпало. 4 пачки, злодеич, мерзлыш, 3 мерзлыша и 1 злодеич. То есть злодей красный повышает температуру, эти понижают температуру, в итоге 0 получается. Типа эти понижают, повышают, вот. Ну и, разумеется, нам сегодня с этими с больше повезло. С Чипикао, Спанч Боб. Я теперь прихожу в магазин и смотрю, где Б.
О, вот видите, сколько их тут классных. Так что все на этом. Ждем акцию Миньоны совсем скоро. О, надеюсь, вам понравятся Миньоны. И, кстати, напишите, каких Миньонов купить. Лего или там игрушки Миньоны. Я заказал уже Миньоны с Алиэкспресс. Будет выпуск «Вредные игрушки» с Алиэкспресс. Там всяких китайские подделки на Миньоны. Я всех их купил на 5000 рублей. А, Милан, мы же тебе еще и кроксы купили Миньоны. Покажи, давайте их сюда. Сейчас я вам покажу еще кроксы Миньоны. У нас еще есть офигенные... О, давайте я тогда... Интересно, влезут они в одну пачку, если все эти... Сейчас мы вам покажем. Они чистые, я надеюсь. На стол их можно поставить? Да. Не, они не влазят в одну пачку, печально. О, смотрите, какие у нас кроксы. Это тоже с Алиэкспресс, с этого, с Мола. Вот, видите, какие миньончики. Миланин размерчик, детские кроксы. Это настоящие кроксы. Так, что тут написано? www.crocs.com, Crocs J2, размер какой здесь? Я не помню, какой, 34 размер? Я брал просто больше Милане на вырост. Типа, чтобы она еще сейчас походила и в следующем году. Ой, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть. О, все. Все? Это прям можно воткать даже на заставку, слушайте. Это выглядит офигенно. Надеюсь, что вам нравятся такие видео. Вы поддержите лайком, репостом ВКонтакте или в Инстаграм своим друзьям. Делитесь видеоми. Видеомими. Вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Приходите на стримы на канале Стримчаныч. И влоги на ВлогЗет. Но влоги там для взрослых. А вот Стримчаныч, стримы, Fortnite, Brawl Stars. Я играю во все. Пока. Всем пока. Да, офигенно. Слушай, ну прикольно.